Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан Жека Игорь. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками. Это всего лишь одна секунда времени, поставить лайк, а нам будет приятно. Чур не первый! Приятного просмотра, чур я второй. Второй? А, ну значит, я чур не первый. Так, Евгений, ваша очередь выходить, Евгений. Это вообще какая-то на самом деле странная дичь, я запутался. Вы меня запутали! Так, ладно, хорошо. Давай, давай. Ты тупой. С этим согласен, Давай быстро! Готовы? Ну что, я начинаю. Давай, давай. Далеко-далеко на лугу пасется кто? Кактус. Лошади. Иго-го-го-го. Коровы. Лошади. Овцы. Ме-ве-ве-ве. Нет, там пасутся вы. Обмутки, а ё, понимаешь, Эдис, он настолько, короче, подготовился жестко, что он на самом деле, что такое сказал там? Я ни хрена не понял, то ли я тупой, то ли вы дебилы. Пожалуйста, пожалуйста. Понимаешь? Тут не дважды, тут не нужно ничего поднимать, тут нужно просто идти показывать. Игорь, давай, твоя очередь. Я не понял, как ты до этого дошел, как ты это придумал? Ну вообще, как бы это такой видосик. Так, хорошо. Ты не те видосики смотришь, дядя. Ну хорошо, давай. Так, я немного в шоке, ну давай. Я думаю, что нужно начать, правильно, нужно начать с лечения Жеки, правильно? Мне нужно начать. Все верно. Мне кажется, Жека совсем заболел. Мне кажется, вы беременны. А нет, вам просто нужно пропукаться. Так, а что с вами? Что с вами? Молодой человек, что-то что со мной? Подозрительные глаза. Мне кажется, это НДМашки. Ну тут как бы все понятно. Диагноза поставлена. Врач Джампшут вам всем поможет, понимаете? Кто? Джампшут. Но номерок свой оставьте, мы позвоним вам. Он на ПНД, понимаешь, номерок. ПНД, это наркоманское отделение. Там хорошо, мы придем. Если что, НДМашки есть, все дела, тебя сразу я выписываю в тебя хорошо, в палату. Хорошо. Палату можно построить прямо вот здесь. Да не надо, тут ничего не надо строить. Ну, разошелся как. Хорошо, но мне кажется, нужно полечить же. Так, доктор Джамсон, может мы его вылечим, Эдисон? Да, он какой-то психованный, как я вижу. Слишком короткий срок. Да, все хорошо. Все нормально, вы не переживайте, доктор. Вставайте, все будет нормально. Не переживайте, доктор. Вам НДМашку, но если НДМашку приписать, вы, конечно, долго будете. Что это такое? Я вижу какие-то ноги. У меня тут проблемка! Дядя, не в стенку тебе! Что это такое? Так, скрываемся с поля. Скрываемся с поля зрения. Мне кажется, это можно смотреть. Мне кажется, нужно прописать этот подожди, закрываем проход. Я буду тут бегать, вы давайте, приступайте. Это похоже на чухоха. За ним! Ловите! Снимите меня с этой дичи! Я врач, из ПНД, вы кажется нарушаете. Заминировали вы! Пацаны, берите лодки, догоняйте на Убере, догоняйте! Садись, Игорь, садись! Догоняйте! Пожалуйста, до палаты номер 33. Ребята, это какая... Так, мне надо удалить эту хрень бегающую, иди сюда. Нет! Подожди. Удаляй, пока к стенке свой подготовлю. Подожди, я еще словлю. Иди сюда! Вот, словил. Мне, пожалуйста, на Красноармейский проспект за 300 рублей. Извините, мы только ездим по кругу. Еще я с вами. МДМашку закинем. О, подожди, нам нужно, я знаю, куда нам нужно, я знаю, поехали. Давай налево. Вот, молодец. Не-не-не, мы поехали в воду. Подожди, мы третьего забыли. А, похрен, давай.
нас два места, у нас спорткар. Круиз, да, поехали. Мне кажется, серия пошла не в ту степь. Жека вообще, по-моему, ливнул. Где Жека у меня? Я не знаю вообще. Мне кажется, на биток нормально. А тут возвращается на парковку, на парковку. Да. Как? А ну, она что, не заедет? Не, все, у меня слишком... Я думал, у нас внедорожник! Алло, прием! Вытащите эвакуатор, вызови эвакуатор! Ребят, только не звони, посмотри. Мы вообще улетели, понимаешь? А, вы улетели? Ну, это хорошо. Так, подожди, Эдисон, нужно вернуться на пьедесталы, понимаешь? Мне тоже так кажется, подожди. Тут полсерии просрали, у нас одна сценка, которую Жеки не будет в видосе, у нас будет. Давай. Так, ну что, ребята? Ну что? Что? Ну это ты, ну что, ну что? Мы готовы, мы готовы, да. Евгений, выходите, выходите. Хорошо. Да иди ты в жопу, я не понял! Просто, посмотри! Декорда! Понимаешь, Эдисон, я понял, ему просто нравится, когда мы все блюрим. Ааа, декорда! Декорда! Или просто ему писки нравятся, как бы второй вариант, да? Второй серии подряд. Да, дорогие друзья, пишите писки. Это не мне, это декорда! Все почистили, ничего не видели. Евгений. Все по фэншую, все хорошо. Декорда! Давай. Так, что мне показывать? Да что-то смешное давай. Конечно, я всегда смешные сценки показываю. Давай, забабахай. Давай. Как бы, да? Так, мне кажется, кто-то переел анчик. Вижу! Кого? Вижу. Не вижу! Нет, не вижу! Дашек переел, Дашек. Вижу наполовину! Не вижу наполовину! Вижу и говорю слово стамеска. Не вижу и говорю слово лодка. Лодка. Поехали, опять водичку давай. Лодка. Жека, вызывай эвакуатор. Вы вызывали полицию? Нет. Я просто смотрю на тебя, ты что вообще? Я подозрительная сова. Я подозреваю вас. Мы это поняли, подозрительная какая-то. У меня есть еще брат. Еще брат есть? Который много раз всех подозревал. Пятикратно подозревает, или сколько? Пятикратный подозреватель, понимаете? Хоп, и далее, все подозревало себя, жизнь тела. Дебил. Да. Так, а я не понимаю, а чё вы смеётесь, а? Вообще, мы нас уходим. Подожди, что-то... Я что-то видел, стой. Что-то я видел. А чё вы вообще смеётесь, у меня такой вопрос, а? Мы просто подозреваем... А, понятно. Смеются они. Че ты ржешь? Я че даже ничего не сказал. Я хочу спросить, в чем смысл жизни, а? В том, чтобы кричать жопа! Нет, я знаю, вы все космические. Твою мать, ты угадал! Я прям это хотел смотреть. Космическая пыль! Мы все умерли в 2012 году, мы просто наслаждаемся жизнью. А где мы? Космическая пыль, держите! Это кокаин, дебил. Перепутал, простите. Это реально было жёсткое. Меня же запучило на самом деле. Пацаны, в туалет надо. Вот это было реально очень круто. Мне это самая любимая сцена. Красава, я не похлопаю, Эдисон, я не ожидал, я думал, это будет это, то самое. То самое? Жека, твоя очередь. Что сейчас, Жека? Ты что тут с задницей об лицо трёшься? Ну всё, извините, ухожу. Да я не тебе, Игорь. В чём смысл жизни, брат? Мы как бы два учёных. Мы умерли в 2012 году. Вы готовы? Мы готовы. Большая семерка. Большая семерка. Там привет, среди ребята. Них есть женщина. Привет. Мне нужен доброволец. Я вообще не вижу. Я здесь, давай, пойдем со мной. Вставай. Стою. Да б***ь. Я вижу. Бри, все на б***ь. Б***ь, сбри меня нахуй. Б***ь, у меня давай! Ставь меня! Да, б***ь.
Бри все на. Я знаю, что нужно сделать. Давай тебя сейчас сожжем. Понимаешь, во всем виновата великая семерка, потому что Жека стал овцой. Если бы они не захотели этого, то не было бы этого. Вы два доктора, хватит меня лечить. Я хотел знать, не смейся в челлендж, а не в психушку попасть. Ну, все, иди уже. Два ненормальных просто, два ненормальных. Иди давай. Кто договорил? Давай. Ну ты придурок, давай сетку показывай. Иди давай. Я уже показывал, все, хватит. Потому что это может все плохо-плохо закончиться, понимаете, конечно. Я, конечно, недавно получил права, да? Я Вин Дизель, Вин Дизель. Значит, у кого есть тачка, давайте гонять. Давайте гонять. Мне кажется, нужно погонять. Так, давай. Садись! Ты предатель. Давай! Что с тобой что делать? Я быстро. Много тачек у нас сегодня в серии, на самом деле. Кто быстрее доедется, тот выиграл. Отставьте меня! За ним! В атаку! Так. Мы его должны загнать на воду, у нас там... В чем смысл жизни, пацаны? Хватит, пожалуйста. Вы космические. Мы все умерли в 2012 году. Уже конец света, понимаете? Все не по-настоящему, все не по-настоящему. Давай, давай, давай. Я Вин Дизель скинхед, понимаешь? Вообще скинхед. У меня подтяжки, видишь? Это чисто моя тема, скинхед. Я скинхед. Птичий грипп. Пацаны, я не знаю, что делать. Я понимаю, что сначала реально умирать, потом понял, что я не знаю. Александр, если шо, петухи через фурет. Птичий грипп. Я что-то умираю. Всего запикивать. Ну не столько, как с овцой, нормально. Вин Дизель, лови лобешника. Дай я подготовиться к сейчас, секундочку. Я скинхед. Так, мне кажется, нужно Жеку встретить с распутанными понятиями. Кого? Да не надо, не надо эти понятия. Все, ждем Жеку. Мы тоже готовы. Готовы, да? Да. Хорошо. У меня пропало все, вообще дождь пошел, полностью грустно. Банан. Чищу, банан, банан. Дуем, дуем, наливаем. Дуем, дуем, наливаем. Я таю, парам-парам. Я таю, парам-парам. Активней, активней. Я банан. Я, нет, это не тот банан. Банан. Я не про этот банан имел в виду, да ладно. Ну, дебилы. Ой. Знаете, что я вам хочу сказать? У меня в семье, да, в семье подозревающих людей был еще один кадр. Но он, конечно, не подозревающий, но... Какой-то стеснительный такой. Какой-то, знаете, мне, конечно, стыдно было показать эту сценку, потому что я с детства немножечко конченый, потому что ел андемаш. Ну вот. Ну, мне вот этот свитер шила моя мама. Шила моя мама. Ну, как вы знаете, мы все космическая пыль. Поэтому этот свитер тоже пыль. И мы все умерли в 2012 году, поэтому свитер не настоящий. Думаю, вот, скоро новый конец света. Я думаю, что мы его переживем намного лучше, дорогие друзья. И скоро еще Новый год. Так что всех поздравляю с Новым годом. Всех с Новым годом. Но еще скоро будет Пасха. Христос воскрес. Космическая пыль. Где вы? Космическая пыль. Я пропал! Космическая пыль. Я вас сейчас заканчивать на этом серию. Заканчивать на этом серию. Космическая пыль. Какая серия? Какая серия? Уходите отсюда, противные! Космическая пыль. Уходи оттуда! Космическая пыль. Все равно это все не по-настоящему. Можешь даже... Да! Ты думаешь, ты настоящий? Нет. Че за дни? С тобой это было специально задумано или это случайно? Я просто бежал и вылетело. А зачем Эдисон сломал мне криком Майнкрафт, Эдисон?
Ну что, мы на этом будем заканчивать, да? Да, вы знаете, что нужно делать, как видите, я показываю. Брить мне попу! Нет, не надо брить ему попу, ставьте лайки. Да, поэтому, дорогие друзья, ставьте лайки. Лайкуйся. На все три видоса! Нет, ставьте лайк, если вы тоже космические. Много лайков, много серий, как обычно, так и бывает. Да, мы не против, вы только за. Всем спасибо, всем до свидания. А, подожди, а как же подписаться на канал? А, еще и подписка, еще и подписка. Комментики, а подписки на Инстаграм, все есть. Это все в описании. Всем пока. До свидания. Кроме овцы.